Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова считает, что ей в отношениях с Ваней Барсиковым очень тяжело из-за схожести характеров. «Два огня, я Овен», – пишет Лиза, – «а Ваня Лев. Мы всегда упираемся рогами, и никто не хочет прогибаться». Недавно ходили слухи, что место ведущего на Сейшелах могут отдать кому-то из бывших участников. Но проект объявил условия – бывшие участники к кастингу не допускаются. В недавнем эфире мы могли увидеть, как Ольга Рапунцель в очередной раз довела Диму Дмитренко до белого коленя. Всего в эфире не показали, но было понятно, что происходит за ширмой. Рапунцель звала на помощь аппаратную и говорила: «Дима, Димочка, зачем ты бьешься головой об стену?» Похоже, что у Дмитренко был приступ, и какое-то время парень был без сознания. В недавнем эфире Захар Соленко заявил, что на данный момент ему никто не нравится на проекте. Но несмотря на это, он всячески флиртует с девушками и склоняет их к волшебству. Он подкатывал к Маше, к Ахно, приставал к Дарине и даже предлагал секс Софье. Недавний пост Андрея Чуева натолкнул поклонников на мысль о его скором возвращении, но не к Марине, а к девушке, которая всегда ему нравилась, к Валерии Фрост. «Почему никто не видит ее внутренней красоты?» – написал Чуев. «Может, мужики не те, или я не прав? И может ли ее изменить сильный мужчина?» Ольга Бузова уже выписалась из больницы, куда она попала с тяжелой простудой. Она снова возвращается к работе. Татьяна Владимировна Африкантова обратилась к своим подписчикам с просьбой не судить Марину за то, что она бросила Андрея. Женщина опубликовала ретро-фото и написала: «Сейчас многие нападают на нашу Мариночку. Не судите строго, а попробуйте понять нашу дочь». Кристина Лисковец сделала операцию по увеличению груди. Девушка очень переживала, но все прошло хорошо. Как пишет Кристина, она всегда мечтала о большом бюсте. Влад Кадони открыл свой салон красоты. В этом салоне уже успели побывать Маша Кахно и Майя Донцова. На этих снимках девушки до преображения и после. Кстати, они теперь одиночки и ждут на проект достойных мужчин. Саша Харитонова, которая, как вы помните, недавно покинула Дом-2, уже обзавелась поклонником. «Вот такой сюрприз подстерегал меня вечером», – пишет она, – «так приятно». Алиса Огородова намекнула, что она опять вместе с Олегом Бурхановым. Сейчас ребята вдвоем отдыхают в Таиланде. Вика Романец разоткровенничалась с журналистами о расставании с Андреем Черкасовым. Она призналась, что Андрей с ней расстался, потому что она была мужчине не по карману. «Однажды он подошел ко мне и сказал, что не может смотреть на туфли за 20 тысяч, которые я покупаю каждую неделю. Он сказал: „Ты супер девчонка, но мне нужна попроще“». Также ему были не по карману привычные для Вики счета в ресторанах, которые составляли около 30 тысяч. «На Доме-2 денег особо не заработаешь», – сказала она, – «а для Андрея это был основной источник дохода». Бывший участник Дома-2 Александр Моисеев забрал из роддома свою жену Юлию и двух дочек. «Это лучшее в моей жизни», – пишет Моисеев. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.